Всем привет, продолжаем играть в ТЛД. Мы с вами воюем с мордорским войском. Мордор уже очень сильно офигел. Прям бросается по всему континенту. Забираем. И все, места нет. Паршиво, паршиво. Магия лесных. Налетчики долго дура тут есть. Вот кинжал, вы понимаете, кинжал каленый, темнолеский белый кинжал дает 28-21 рубящий урон. У меня не все оружия такой урон дают, блин. Он 30-20 это меч одноручный, а тут одноручный кинжал 28-21. На 2 всего лишь меньше рубящий, чем у этого. Кстати, неплохой кинжал, может взять себе. Хотя зачем он мне на самом-то деле? Давайте мы немножко темнолесью скинем. Возьмем у них шлем. Нет, мы возьмем у них ботинки. Или все-таки... Не, мы вернем это. Смысла нет продавать это все. Склад. Что тут по... Вот так будет лучше.
разголодон. Я не могу сдать задание, меня это бесит. И я не могу в основном сдать задание, потому что эти придурки... О, они вернулись, зашибись, шикарно просто. Кайрандрос. Хорошо, это рядом. Можно будет сейчас сместиться после того, как сдам эти задания дурацкие. Я все еще работаю над этим. Хорошо, я не помню, какое задание мне дал, поэтому спрашивать не буду. А, нет, стоп, я помню, он дал мне же задание на пленных. Нет? Не понял. Эджихир, ну... Владыки налетчиков. Мириэль. Не понял. Я взял это задание у кого-то другого? Странно. Я вспомнил, какое это задание взял, твою мать. А, ладно. Давайте посмотрим на народ. Кто там что осаждает? И где этот вояка? Все, свалил. Я вспомнил, у кого я взял это задание дурацкое. Держава Харад разорила. Харада это туда. Прям все плохо. Плохо, да? Это нехорошо. Стоп. Где-то себя потерял. Что надо, но по-моему Мириэль свалил, да, свалил или свалила. Шикарно. И где мне теперь искать эту Мириэль? О, Мириэль с войском. Шикарненько. Хорошо знакомый для... Шикарно, просто шикарно. Мы выполнили задание, и я теперь хорошо знаком для фракции. Мы сохранимся по отряду. У нас 54 максимум человека у меня сейчас. Стрелок. У меня сейчас 53. Мы, может, кого-нибудь... Ой-ой-ой. А кто это тут воюет? Такой интересный, а? А ну-ка. Да-да-да. Да, надо, наверное, все-таки взять кинжал. Вместо копья я буду кинжал. Ой-ё, у этого урода куча вот этих мразей. Я фиг с ними перебью. Я убился. Да вы издеваетесь, что ли? Просто своих дважды в полку заехал. Очень много. А еще я не схватил этого. Давай посмотрим, что тебе надо накинуть, да? Я тебе вот это накинуть. Мощный удар. Это опыта. Дальше владение оружием надо будет ему подкинуть побольше. А, хорошо. В принципе. Конечно, плохо, что я просел так по с этим, по воинам, но ничего страшного, как-нибудь переживу.
задание я сдал. Еще одно надо довыполнять. А еще одно у меня никак не выполнится. Хотя я уже давно все сделал. Ну, кстати, обновились вещи за счет того, что я повысил отношения. Шикарно. Давайте-ка мы вот это продадим. Вот так. Хотя бы вот так. Вот это я еще продам, нафиг надо. Бесполезная для меня сейчас на самом деле вещь, потому что не дает то, чего я хотел. 9000. Прикольно, но нет. А, мы заберем... Нет, мы назад вот это позабираем, потому что это много. У него столько денег нет. У него есть 1000 всего лишь. Вот так. Что по складу? Тут 600 монет, да? Давайте я одну эту. Казармы. Опытные разведчики, следопыт. Пленных мы тут продадим. 3800, хорошо. У нас по чуть-чуть поднимается количество денег. Вот, а, эльфийские склады, понятно. Оружейные. 30 королевская броня лучника. 35-10. Неплохо, неплохо. Но не то, что нам нужно в любом случае. Нам нужны кое-какие другие вещи, ну ладно. Киринамрод. А, мои лазят, надо, наверное, с ними поехать. Может, они воевать и едут. Наконец-то. Плюс 4 к урону, ну, такое. Все не очень интересное и не то, что мне подходит. Слишком дорого просто некоторые вещи. Давайте-ка я сохранюсь. Где-то тут мои были. Да, они поехали. Ни черта не понятно. Пещеру троллей осаждают? Да, атаковать. Естественно. Мне давал это задание по поймать пленника. Твою мать, что ты такой быстрый? Мне надо тебе задание сдать, а ты побежал, блин. Как не в себя. Так, вот этого. Меня, блин, это... Уровень уже есть. Да я тебя догоню когда-нибудь или нет? Или ты, блин, будешь бежать пока... Ну, блин, война разваливается в семье, полководство становится храбрее. Плохо. Цель потеряна. Я вижу, что цель потеряна. Потому что он бежит, блин, быстрее, чем я. Бесит. Thank you.
Хорошо. Теперь отчеты. 10 держави Владрис, 11 держави Эребор, 10 держави хорошо. Турмакулунги, что знакомый для Эребора, незнакомец для Рохана. Хорошо, знакомый для темных эльфов, неплохо. Давайте еще я посмотрю, может, какое-то задание у него интересное есть. Я очень надеюсь, что они убьют этого дебила, чтобы я не бегал за ним. Вообще ретролю смотреть все круто. Разведка это можно. Разведка это хорошо. Задание. Так. Уничтожить 5. Я так и не получил улучшения. Я все равно к пещере троллей поеду. Быстрее, 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 тут владыка. Где владыка? Владыка развернулся, типа побежал обратно. Странное. Ну да. Странные люди, ладно. Оттуда не выезжает, она постоянно там. Thank you.
пойдут ко мне. Качественные я тоже заберу. Некуда. Ну ладно. Что-то с ним. Я не знаю, кто ко мне присоединился там в драке, но фиг его знает. Но свое я получил. Так, мы идем на главную площадь, сдадим задание. Близ города Дубацкий ванпост Темнолесье. Наши разведчики, я хочу, чтобы ты снарядил отряд разведчиков, не получится, ребята. Вся проблема в таких заданиях в том, что у меня не всегда есть представители той народности, которая нужна по заданию. То есть нам нужно, допустим, снарядить отряд для этих ребят. У нас нету для этого денег. Ого. А ну-ка, успею. Хорошо. Ну, давайте мы будем заниматься всем, что осталось уже в следующих сериях. На данный момент спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Буду рад вас видеть. Всем пока.